Ребят, всем продолжается борьба за Грудистого. В общем, сейчас размещаю ссылочку. Первая ссылочка ведет на... там все пошагово описано, как нужно написать обращение в поддержку. Там все расписано. Кто до конца не поймет, я сделаю ссылку на ВК супруги Грудистого Алены и на ее телеграм. Именно телеграм, там будет телеграм. Поэтому давайте, ребят, надо дальше поддерживать, стараться. Пожалуйста, постарайтесь разобраться, как там писать это обращение. Очень нужно, это может реально помочь нам спасти его. Давайте